хардкор – один из самых экстремальных направлений в электронной музыке. Это музыка дестроя и индустриальных развалин. Поэтому мы устроили небольшой сейшн на стройке. Было холодно, и без костра, конечно, не обошлось. Собрались профессиональные габберы и просто любители. Все, что там происходило, вы можете видеть своими глазами. Вырежьте это все! Хардкор возродился ровно 65 лет назад. Вот, и, значит, его возрождали в нашей стране, его возрождал Троцкий, Бухарин, но, к сожалению, потому что это была альтернативная музыка, их расстреляли. Вот, Троцкий пытался бежать за границу, но там рука попсовиков достала его, и, так сказать, он был убит. Вот, мы пытаемся сейчас поднять это движение, поставить его в нужное русло, чтобы, так сказать, оголенные нервы попсы не трогали нежные души наших молодых слушателей, вот, и чтобы они выросли новым поколением, настоящим поколением для нашей страны. Загрузи. С 89 года в Европе из таких стилей, как техно, брейкбит, хаус, начал формироваться независимый стиль хардкор. Это убойная музыка до 200 бочек в минуту. Делится на более легкий хэппи-хардкор и тяжелый олдскул. В конце 97 года появилось новое направление new style. Это медленный хардкор. МС не умеет нормально разговаривать, он постоянно заикается. Умею! Кто тебя на сцену выпустит? Чем ты сейчас занимаешься? А занимаюсь тем, что пишу свой хардкор. Вот, можно сказать, составив команде, которая называется «Реактор». Вот, в ближайшем будущем мы будем устраивать свои вечеринки. Мы хотим объединиться, все эти команды, которые пишут хардкор у нас в России, в Москве. Ну вот, объединиться, как бы, быть одной семьей. Сейчас мы покажем несколько безумных движений. Встали в исходную позицию. Ноги слегонца вот так. Руки, все руки поднимаем. Руки поднимаем к голове. И начинаем под хардкор делать такие движения. Если вы будете делать это каждое утро, то научитесь танцевать настоящую габу. А кроме своего танца, у габберов есть свое габберовское приветствие. Объясняю значение. Итак, привет, мой друг габбер. Ты такой хороший друг, что ради тебя. Что ради тебя я готов застрелить кого угодно. Класс, давай тогда попробуем. Самые модные слова у габберов — это угар. Угар по-голландски хаке. Вообще, как габбер переводится как друг. Габбер — это перевод «друг». В одежде, в принципе, она должна быть очень легкой, должна быть очень спортивной. В принципе, не должно никаких гриндеров. В идеале должны быть какие-нибудь кроссовки или кеды, чтобы прыгать, чтобы танцевать, иначе ноги просто сотрутся порошок. Чтобы выдержать всю вечеринку в определенном ритме.